Международный хореографический конкурс «Берег талантов» впервые посетит 1300 участников. Именно столько заявок насчитали организаторы конкурса – Всероссийское фестивальное движение «Территория талантов». Торжественное открытие состоялось в городском театре. Юные таланты прибыли в гостеприимную Анапу со всех регионов России и ближнего зарубежья – Запорожья, Киева, Москвы, Улан-Удэ, Уссурийска и других городов. В этом году на конкурсе выступят 60 хореографических коллективов. 7 из них представила Анапа. «Даймонд», «Вдохновение», «Антарес», «Конфетти», «Молодость», «Сити Джаз». Им есть что показать.